В Акмолинской области более 30 тысяч интересных экспонатов хранится в школьных музейных фондах. С прошлого года продолжается процесс паспортизации и присвоения кодов. За это время проведено 7 тысяч экскурсий. Такой темп задал проект «Региональная инновационная площадка по развитию школьных музеев». Он тесно переплетается с идеями программы «Рухани Жангыру» и «Туган Жер» и служит помощником в духовной модернизации. Сейчас школьные музеи стали главной площадкой для проведения различных внешкольных занятий. Здесь также проходят уроки истории, музыки, краеведения. Через 5 лет, к моменту завершения программы, музеи будут во всех школах области. В приоритете детская археология, поисковый туризм. На данном этапе уже есть предложение виртуализировать музей для инклюзивного образования. В 560 школах на сегодняшний день насчитывается 223 школьных музея. Эти музеи обладают не только полноценными экспозициями, уникальным краеведческим материалом, но и здесь зарождается научно-исследовательская деятельность школьников. В нашем маленьком музее имеются ценные экспонаты. Это фотографии, письма, документы, рукописи. Сейчас мы насчитываем около 600 подлинных документов. Мы все это бережем, потому что в других музеях этого нету.